я через 105, наверное, пройду. Пятерку, если нормально, можно 15 сходить. Если нет, десятку. Конечно, да, да. Да, опуститься-то что? Это называется атака, и ты опускаешься там на рабочий вес, например. А получилась эта атака, не получилась, это не важно. Не, я вот так вот хочу. Допустим, 95-105, вот так. Да, конечно, дело как удобно. Да. Как ты привык. Да. Это в рывке мы там по пятерку прибавляем. Пятерку там поднял. Там уже видно будет, можно ли 15, можно ли десятку. Ну, я вам килограммы, там, смотри сам. Может быть не пятерку, а семерку, а потом 15. Там маленьких нету, да? Сиди, посиди. Разомни. Ага. Кто подсадит, знаешь, бывает. Как у меня. Женя говорит, не рви, папа, не рви. Вырвал на разминке в ПП. Подошел 75, в ПП вырвал и не удержал. Контрольная проходка у меня, ага, перед чемпионатом мира. Который состоится 25-го? 25-го я должен выступать. Россию пропускаю из-за накладки. По срокам такие же, сроки такие же. Россия, хотелось бы, конечно, России.
Смотри, вкладывай. Хорошо, рукоход позволяет. Я думал, у меня будет рука болеть. Да нет, перегрузил. Вовремя остановился. Не, было бы вовремя, если бы я на садвух остановился. Тогда мне не болело. Но тогда не было бы рекорда. 70. Хорошо. Впереди осталось. Сух. Ну, зато высоко. Это нормально. Без отмены. Знаешь, в голове, когда это, около предела поднимаешь, в голове бывает надо, такая измена возникает. Я не поставлю, да? Надо. Не, десятки, все. А? Ну, десятки ставим, 80. Да, 85. Ну, тебе 85, да, я имею в виду. А тебе 80. Да, мне уже меньше, я уже не буду 80. Я, наверное, 82 пойду. Повторю рекордик. А там посмотрим. Надо куражнуться. Как в прошлый раз. Чтоб мурашки. Адреналинчик. Вот замочки. А, точно, блин. Я тебя чуть не подставил. Были времена, когда я в Одинцове толкал, поставил. Но в толчке нормально. 120 поставил. 120. Толкает, что-то тянет надо. На 125 было. Ага. А был случай, когда Барбашин жив был еще. Я, короче, 30 ставлю, да? А там блины все черные. Ага. Такие, знаешь, что? Солдатские раньше. Поставил. 30 поставил. На грудь взял, еле взял, толкнул. Все. Расстроился, говорит, что-то совсем вообще ослаб. Домой уехал. Барбашин звонит мне. Говорит. Барабан разбирал штангу, там 40, говорит. Нормально. А я расстроился. Это о чем говорит все-таки? О том, что вот эти вот мы в голове больше... Психологи? Да, все, наша психология вот на цифры заточена. Нормально. Так, что-то почувствовать, что на два раза толкнул. 82? 80. Я говорю, я поработаю, 82. Чтоб не только петит была, как тренировочка. Надо исправить предыдущую ошибку.
Если бы был идеальный, я бы, наверное, сейчас был пошел. Давай, мощно, со старта и подрыв. Со старта хорошенько снял ногами. Что-то ноги забиваются у меня. Странно. Ну давай по разику. Делай. Не, по разу все. Да. У меня бывает такое. Но это не помеха. Мне главное, чтобы разгонялась тяга. Ноги-то встанут, что хочешь. Ну да, у тебя же ноги. Мне главное тягу чисто разгонять и все. Да какой 200? На 210 сейчас сядешь, да? Не, не. Не сяду 210. 90 точно, 95 точно, ну 200 может под вопросом. Ну как точно, ты в прошлый раз 97. Ну да. В инстаграме никого нет. Было 3. Хорошо. Да. Я? Повторяй. Помощнее, съем, съем. Съем, и подрыв получится хороший. Разогнал. Хорошенько. Ой, ты в чем поставили? Фу ты. Ёлки-палки. Это я, наверное. Я не заметил. Я там разбирался, ё-моё. Я оттуда не видно. Я пятерку, по-моему, снял и поставил чуть. Не понял, блин. Ладно. Сейчас, по-новому настройся. Ну ничего, съем подрабатывал. Ну да. Не, сейчас самое главное, я тебе говорю, вот это, как ты оторвешь хорошенько, задай скорость, тогда у тебя подрыв еще получится. Вторая попытка. Ой, мощно ногами снял. Я? Хорошо! Пятерку лучше взял, чем 95. На грудь легла хорошо. Отлично. Сидит. Это значит. Что-то... Просто сейчас, видишь, я почему через десятку иду?
не настолько у меня сейчас на сегодняшний день выносливость, чтобы вот так гулять вот это вот 10-15. Я сейчас могу настроиться разочек хорошо. Финально. Снял с помоста. Скорость задай. Держи. Супер. Супер. Нормал. Еще один рекорд. О, а это сколько будет? 115. Нормально. Сейчас будет. Как в Великой Отечественной войне бросится под танк. Называется. Называется перебороть себя. Правильно. Давай, Юра, мощно! Запасик есть, да, ну блин. Я тогда тоже на 105 пошел. Руку травмировал, неделю не занимался. Только ноги качал. Свечи вот. Давай, Юра, настойся! Лучше один, чем 10 подходов. На соревнованиях тем более не будет столько много. Мощные локти подвернул в серии. Дуй! Давай, 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 терпи! Молодец, красавчик! Спит! Два пальца выскочило, я не могу поправить их. Ну ладно. Не могу поправить. Два пальца выскочило. Ну еще пойдешь? А? Ну где-то и 20 ставлю. 25 ставлю. Бля, ты еще пойдешь? А можно еще. Еще разок цепануть. Ну а что, ну побери тогда на грудь, раз. Ну, хотя бы. Он движение делает. Может, сейчас получится. Что, на грудь нормально? Ну, именно ноги встают легко. Да так и тяга его. Ну по сравнению с тем, что... За 5 ничего не отвечает по силе. Я говорю, за силу-то не проблема. Проблема в голове и технически. В груди я просто не знаю, как толкать. Толкать ногами. Да. Опять завалил назад чуть-чуть. Она не сыграл, ничего, но завалил. По сравнению с прошлыми выходными, значительный прогресс. Как, елки-палки, это? Бля, сейчас надо как-то, чтобы пальцы не выскочили. Ты заваливаешь всегда, что на грудь, что ты всегда ее заваливаешь сюда, сюда. Она тебя все время, каждый подход, туда, назад, чуть-чуть и назад упадешь. И с груди так же ты вытаскиваешь. Вот зачем ты спину сюда делаешь? Она заболела. Надо настроиться. Надо поднять. Я могу, я могу, я! Правильно, что повесить? Все, один подход и все. Больше нисколько. Без всяких попыток. Держи! Молодец! 90 могу, но подожду соревнования. Прям морально готов. Готов я прям.
Прям планки нету вот сейчас. Это, кстати, очень хорошее качество, когда вот нет планки. Ты не чувствуешь вот этот вот барьер. Для тебя тяжесть веса вообще просто не существует. Ты просто ебашишь и ебашишь, вот сколько надо. Так, что вешаем? Большой и замок, да? А, ну как было? Не, ну я рад вообще, 85 хотел. Это Женя, потому что пришел. Женя авторитет офигенный. А если бы я Александр Иванович еще приехал, я бы, наверное, на 90 пошел, 100%. Чтобы он порадовался. Я даже разбор приехал сейчас в Омбу, мне как-то пошло. Вроде и крепит, и тягатура, а тут так все легко, Эдик, давай. Я еле 10 рвал до этого, а тут по 2 раза в стойку поработал в другом. На грудь стойку 40, 60 со стоечек поработал. Ничего себе, на грудь стойку 40. 190 на груди присел. Бодр, причем все так. Нифига себе, силовка какая. Силовка на груди. Я думаю, сейчас в конце сезона 10 ставлю на груди. С Эдиком поговорим. С Эдиком поговорим. Не, Юра говорил. Давай, Юра, мощно, мощно! Здоров, как бык, давай! Тебе примеры, специально приехал, пример показывай. Давай, Юра, давай! Спину не расслабляй. Хорошо, хорошо, давай! Руку держи. Ногами, полностью ногами толкайся. Спину держи. Блин, отпускается. Нет сил толкать. Да ты отпустил с груди, она тебя прибила, Юра. Надо работать, блин, вот это вот. Я вот даже не могу. Вот это. Посмотри, ты снял, Жень? Да, снял. Покажи. Я ему в прошлый раз тоже знак показывал. Я ее все дальше не могу толкнуть. В тот момент, когда тебе надо толкать вверх, она тебя прибивает. Иди смотри, Юр. Вот, смотри. Смотри, вот, на грудь. Видишь, она, пум. Да. От себя. Тут фишка в том, что ты садишься даже вот. Вот, сюда. Она уже сюда идет по ноге. А ты должен, как бы она тяжело навела. Тазик, пусть да. Она, пусть, да, таз, вот, сюда прям. Так приседаешь. Я вот, ну когда, да, я ее вот так толкаю. Капунов мне тогда подсказал еще. Говорит, ты когда толкаешься, чуть-чуть коленки уводи сюда, чтобы к амортизации было. Я говорю, я вот чуть-чуть. Чуть-чуть подал и наоборот в нее туда уходить, а ты от нее спину туда даешь зачем-то. Вот. Получается вот так. И силы удерживаешь. Надо было чуть-чуть вот сюда. 20 на грудь возьми и закончу, и все. Да тяжело что-то. Пусть 15 толкаешь. Надо, ну, надо ошибки. На грудь-то вообще фигня. Да что-то это. На ошибки становится 25 можно идти. Нет, это тяга тяжелая. Приходи, я вообще не приседаю, блин, поднимаю. Ты что-то еле взял на грудь ее. Какой еле взял? Толя Коровский говорит, Саш, ты тяги делаешь? Я нет. Приседай, не делаешь? Нет. Блин, как ты поднимаешь? А ты приседаешь 190, 200. У тебя ноги здоровые, мощные. Да что-то это вот сейчас взял, не знаю, встал и это прям... Я начал вот все, и она прям это, как прилипла к груди. Попробуй медленно сесть. Она не должна быть легкая, блядь, тяжело отлететь. Ну да, тем более это рекордный вес. Ты никогда столько не поднимал. Не, просто, по когда я в хорошей форме был, вот, ну когда, ну, я давай, не знаю. Давай вспоминай там, я тоже когда-то был в хорошей. Вот эти 41 толкал, так она лежала, я, блядь, чувствую ее сейчас. Вот правильно, а сейчас здесь она... Все, мне давит там. Она и должна быть, я тоже вон держу, так мне трясет все. Ну да. А собрался чуть-чуть, да. Чуть подал, она и не вылетает, там уже на уход, тух, и запихал. Давай, Юр, прекращай. Все большие веса, все так толкают. Два раза нагрузка помнит. Три попытки, вот тебе три попытки. Если бы легко было бы, все бы так, не парились бы. Ну да. Думаешь, еще взять на грудь? А почему бы и нет? Сейчас соберусь.
Сейчас я не выскочила из рук. На грудь ты берешь. Вот я тренером работаю там 20 лет, и уже глаз намет. Когда человек, вот дети поднимают, они очень быстро выдыхаются физически. И по ним прям видно, все падает, скорость, техника. Вот по тебе не видно, что ты из последних сил поднимаешь. Это чисто у тебя в голове, Юр. И это, это непредельный подход был. Сил вагон. Постарайся чуть-чуть помедленнее начать. Не сам процесс подсед, а вот начать. Чтобы она штанга не отделилась от груди. Прям почувствуй, она же лежит у тебя. Ты чувствуешь, как она лежит, когда ты стоишь? Да я устал, у меня уже чувствую, что толкать нечем. То есть сил в ногах нет? Это тяжело, я как будто, вот здесь вот именно. На вставание нормально, а вот здесь вот это, чтоб туда. Вот здесь она как, не знаю как. Нет, это в процессе выталкивания у тебя это чувство, да. Или ты стоишь? В процессе выталкивания. Да, там высоты хватает. А? Ты постарайся, вот, Юр, смотри, вот ты стоишь, штанга лежит. Постарайся вот эта вот точка, когда ты начинаешь двигаться, помедленнее начать опускаться. Третий подход на баранку, да? Ну, ты, естественно, не будешь с 15 начинать. Надо первый, я просто говорю. Первый подход на этот. Там итальянчик. Зачет. Какой? Правильно, и вот Орловский смотрит, Толик. Пишет, Юра, давай. Толян! Два раза на грудь хапнул. С груди не могу толкнуть. Толик, я вырвал 87. Вот третий подход делаю, Толяна. Первоочередная задача на грудь. До конца раскрывайся полностью. Не короти. Хорошо. Сейчас ты чё? Юр, взял же на грудь. Впереди осталось. Сейчас подход сделаю еще. Еще подход сделаю, сейчас хапнем. Женька, блядь, провокатор какой-то сидит. Нет, не толкнет. Нет, сейчас. Не, это уже все. Нет, смысл значит. Уже это, там это. На соревнованиях все не будет. На соревнованиях еще много. Времени. Ну а что, 2 недели нормально. Сейчас хапну на грудь. Ну давай, Юр, ну хорош. 87 поставить, что будет тоже в 3 раз. Ходить. Че? 87 тогда хотя бы. Ой, 87, 107. Что одному тоже подходить уже просто психологически. Я ему могу 112 поставить. А что, засади 112? Здесь же 115. Да. Ну, зачем? А ты хочешь его больше? 117, больше? 117, да, на грудь такая. Я хочу, чтобы он толкнул. Да и там уже. А то будет та же история. Сил-то нет уже. После 3 подхода на грудь взял. Давай 112 тебе поставлю. Не, не. А что, засади, зато поставишь. Я ой, толкнешь. Наоборот, 17 не пошел. Ну беги, поставь 117. Бляха. Карайте 2 килограмма. Ну, ему надо вот с посылом что-то поделать. Пусть толкнет тоже. Он подседает, и в тот момент, когда вставать, она его бьет. Да. Но это сейчас он уже не исправит, это работать надо уже отдельно. Надо спокойно, задержку, толчок задержку. Ну да, я ему говорил. Вот, подсел, раз, два, толкнул. Полезное упражнение. Ну да, или маленький вес с маленьким, с медленным опусканием. С медленным опусканием. Бац, взорвался. Она же должна как бы согнуться сюда. Да, да. Диски на краешек. Да, да, да. Ну, просто 15 сейчас уже неинтересно. Так же сейчас на группе. Там скинет и сюда. Тяга это хорошая. Тяга хорошая. Вылетать, высоты хватает. Ногам-то вообще пофиг. Ну да. Просто надо расшириться через стойку, грудь не ослаблять. Все равно эти веса поднимать-то надо. Ну вот на соревнованиях, считай, после МК уставки уже.
победу, у нас будет 17, надо что делать. Давай! Я думаю, разница не почувствуется, да? Просто повыше, протяни ее повыше и спину вот к ней приподними. Давай! Все. Давай 12 надо было. Съелся. Давай 12, Юр. Да там пятый подход уже. Какая нафиг разница? Болгарская система от 6 до 8 подходов. А сейчас как раз за 2 недели идет не тренирующая, а ударная неделя. Когда ебашут по 6-8 подходов. Каждый день. Давай с десятки. Ну, давай, ставь 12. Давай с десятки начнем. И 10, 12, 15. Не, уже столько сил не будет. Блин, ну как-нибудь, ну я рывок сколько делал. 4 подхода по 2 прибавлял. И еще на 90. Давай, 12 поставь. Я 12 не толкал. И физически легче. И тебе этот замок или так повесить? Не, вот так повесить. Тебе и физически будет легче, и морально. Настройся на взятие. Ты не распределяй силы, что мне же еще толкать, сейчас надо как-то в пол. Ты возьми и прям вот выложись на взятие на грудь. А когда встанешь, уже сам оценишь. Толкать, не толкать. Выскочили пальцы, не выскочили. Давай! О, Толик видел 87 моих, отлично. Толя, спасибо! Давай, Юра, давай мощно, мощно! Все. Фу, так я еще, блин, был бы каратистом, блин, разбил бы ее. Все, я просто столько подходов не могу. Не знаю. Я тренируюсь, я 6 рабочих на рабочий вес делаю. Колено заболело. Но это от того, что ты назад. Мне наоборот все прошло. Я на прошлые выходные, Жень, травмировал вот эту мышцу, вот эту мышцу, толчки. Ну, 105 толкнул реку, и руку не мог разогнуть. И всю неделю, короче, только ноги качал. И еще вчера болело, я выпил обезболивающее. Винт с собой взял маленький, думал, сейчас перетягивать буду, чтобы немножко снять нагрузку. Но нормально, поднимал. Но... И колено болело. Да, подсадила так что-то, она мне колено заболела. Назад. А? Ну не приседай назад тогда. Завалил. А? Назад завалил, как всегда. Завалил. Ну не приседай тогда, ёп. Зачем перегружать? Ты и так хорошо себя загрузил. Тебе надо, Юр, тебе надо, ты же мне говорил, что ты высокоинтенсивные тренировки делаешь, это как? Ну это... Просто дошел до предела и все? Предельный вес там 2 подхода по разу. Да нет, это мало, Юр. Тебе надо по 6 подходов минимум. Это ударная неделя. А есть тонизирующая по 3-4. А то, что ты делал по 2, это получается так, блин, для поддержания формы. Блин, я же говорил, надо было еще тогда, после того неудачного, 12-5, мне лучше вообще на 10. Второй раз я 15-ку хорошо взял. А вот, а было бы уже 12 или 10, ты бы на 100% толкнул. Вот представляешь, ты сделал сегодняшнюю тренировку, она у тебя была контрольной, а в итоге у тебя в зачет идет 105. А так бы ты бы толкнул 10-ку, 12. Уже психологически... Вот не, ну десятку я на той неделе толкал. 10 я толкал на той неделе. А неделя тут та неделя. Вот и надо было хотя бы 12 толкать. Ладно. Тягу поделаю сейчас.
Сколько ты делаешь? Пятерки тебе повесить или сколько? Да пусть он стоит. А, садись. Да, сделай. Ну, если колено болит, лучше не приседай. Чтобы не загружать. Нет, сейчас это... Нет скорости хорошей. Я чувствую, в подрыве чуть-чуть подтормаживаю. Прошлой неделе мне получше было. Я здесь вот... Мне не хватает здесь вот подрыве. Ну, я для себя. Скорости. Чтобы так ее цапануть. Но я-то видел, как ты тогда поднимал. Сейчас ты, ну не то, что добавил, а физически крепче, чем неделю назад.